что странно, что есть странно в этой красной крови, что так на нее говорят, но говорят. Еще непонятные законы. Непонятные законы, да. Чем они непонятные? Что там самое непонятное? Что тот, который окропляет, тот делается фамилией. Не тот, а берет то. На себя, что в этом не я знаю, что вот не скажем несколько свяжем, несколько парашиот, пепел и прах красной коровы, он что делает? Очищает. Ну что здесь странно, что он очищает, но он же оскверняет тоже. А может быть, что я не знаю, здесь и в другом месте, мне кажется, я где-то сказал, что тот, кто брызгает, он 7 дней, он только один день нечистый, не 7 дней. Может я сказал 7 дней, я не помню, как я сказал. Может сказать, может не сказать, но просто где-то, мне кажется, что где-то я сказал, может где-то слышал, что 7... Нет, тот, кто брызгал, тот не 7, тот до вечера. Что? А тот, кто брызгал, когда он стоит нечистым, его надо потом брызгать или нет? Нет, он до вечера, потом нет. Это, по-моему, я тут сказал, что он тоже на него брызгал, на него не нужно брызгать, он очищается, вечером идет, очищается, идет мику и чистый. Красный цвет – это цвет суда? Сюда, крови, смерти, поэтому я знаю. Это уже не новость, мы приносили в жертву крупнорогатых. Потом, если... Так, я бы суда принес жертву, он больше крупный. Если суд сжечь, это пепел. То есть, в принципе, как бы можно кое-что объяснить, кое-что нет, почему красный, почему корова, почему пепел. Я не скажу, даже красный. Почему корова не бык? Почему не красный? Потому что женский род, он более совершенный, чем мужской. Может быть и бык. Я не уверен, что не бык тоже. Я сейчас говорю... Ну, Илья, а скажем, бык не годится? А? Бык не годится? Не годится, потому что сказано, что это же искупление греха и тельца, что придет мама? Красная корова мама и уберет за своим сыном. Вот одно из объяснений, кстати, еще одно объяснение. Когда что-то есть объяснение, то... Есть, чтобы не сказать, что нет, есть объяснение. Есть объяснение, но... Я хочу другое сказать. Другое, слушайте внимательно. Понимаете, что прах, что он делает, прислужил нам прах, что он очищает. Но если только было, что прах очищает, так могли подумать, что у них кто-то есть сгула. Знаете, что это сгула? Что это такое? Нет перевода. Сгула это... Повеление позитивное. Как? Талисман? Как талисманки? Какой-то сила, что-то есть сверхъестественное в этом, что-то избранность в этом, что-то проявление чего-то в этом. Так, дайте мне закончить. Так, можно так подумать, но видишь, что этот пепел или прах, он искореняет того, что брызгает. Значит, ну, нет, что не подумал, что у него что-то есть, но что делает священник, как будто кинекинезе. Как? Можно то же самое сказать, о чем? Когда Моше говорит, Эдат Корах, видите, 250 людей, что претендуете на Коэн Гадол, возьмите Кторет каждый. Кторет. И после этого что получается? 250 умирают. Что они говорили? Приходит на следующий день народ, говорит, Моше Рабейну, и ворон, вы умертвили народ Всевышнего, умертвили цадыким, они были все цадыким, народ Всевышнего, стали, вы умертвили. Что это дело? Как будто, что можно подумать, что Кторет, она умертвляет. Что делает потом Всевышний, когда была чума, эпидемия, как называется, или мор. Что говорит Моше Рабейну Аарону? Бери Кторет, иди туда. Наоборот. Бери Кторет, иди между живым и мертвым. Так устанавливает этого ангела смерти, он там его установил, взял за рог или как он за что-то его взял, и не дал ему больше двигаться. С ней все убивает. Там между ним идет разговор. Отпусти меня, да не отпущу. Если я Всевышний, тот человек, говорит, кто тебя послал? Он говорит, у меня Моше Рабейну, а меня Всевышний послал. Что говорит? Аарон Моше ничего не делает без Всевышнего. Значит, его тоже послал Всевышнего. Я сказал, что не значит устанавливает. Но что показать, тот, кто умертвили 250, что она установила
ангелы смерти, что наоборот не умирают, а наоборот это дает жизнь, творит. Так может вот что мы не умерли, не умерли, а не умерли. А вы про что говорите 10-50? Это какая недельная глава? Что? 250 это когда был Корах. Корах, предыдущая, до, не про последнее слово, предыдущее суббота. Там на 250, то они же говорят, на следующий день вы умертвили народ Всевышнего. Мы все дали им Тору. Значит, кто это умертвляет, вот им дал Тору. Чтобы не скорость, как то недельная глава, последняя. Начали говорить Рашон Ра, нахон. Что получили? Какой приз получили за это? Или наоборот? Баруха та дойной лоим храм шакол не ябед баро. Были Рашон Ра, нахон? Про кого? Не зашли в землю. Не Моше Рабейну. Народ говорил, нет мяса, нет этого, да, куда взяли. Нахаш. Змей. Кусают, умертвляют. Что говорит потом? Делай нехас нехошет. Что такое нехошет? Медленно. Медленно положить наверх немножко. Будут смотреть, если этот змей укусил внизу, смотришь наверх и выздоравливаешь. Потом говорит Масехет Рош ха-Шана, не змей умертвляет, а что умертвляет? Грехи. Не змей тоже этот, не змей вылечивает, что вылечивает? Чува, и хорошие дела. Это, я мог подумать, какой-то примитивный, а змей укусил, значит, змей, для кого только нужно укусить. Умертвляет там, где смерть, для кого нужно с ним что-то делать. Что идет под контролем? Как было бы в Твери, Ханина бен Доса, к нему приходит, там есть какое-то животное, что выходит, кусает, люди умирают от этого. Ханина бен Доса, где там, вот там, пришел там какая-то дырка, действительно есть, разумеется, кто-то выходит, положил туда ногу, это животное, по-моему, род называется, укусило его, и кто умер, не Ханина, это животное умерло. Понимаете, что взял потом, чтобы вы знали, кто умертвляет. Не он умертвляет, а Всевышний умертвляет, кто умертвляет. И другими словами, грех умертвляет, грех и мицва наоборот умертвляет. Есть в субботу, Масехет Шаббат, 55-я, по-моему, страница, Масехет Шаббат, там написано «Эйн мита лело хет». Маза эйн мита лело хет. Нет смерти без греха. Нахон. Нету смерти, если нету греха. Эйн мита лело хет. Гмара, 55-я страница. Эйн мита лело хет. Нету смерти без греха. Если человек умирает, почему есть смерть? Умирает, потому что был грешим. И ну вот это сам пишет, что такие, что сейчас умирает даже кто не грешит, потому что уже змей своими действиями нес смерть в этот мир. Но в принципе, если они тоже не умерли, и не должны были умереть, вот если бы не было этого, что нарушение Адам и Хава и змей, так люди бы не умирали. Кто не грешит, тот не умирает. Там нету Исурим, если тоже нету мучений всяких. Там, может быть, что нужно вам будет Мару показать. Я даже на два уроки разделить, там вещи конкретные. Кен. Если посу, который говорится, что поэтому скажется в книге «Воин Ашем», «Ваэв», «Суфе» и «Нахале Арнона». Что имеется в виду за книга «Ашем» «Воин»? Это 21-я хука, 21-я... Я знаю, где это. 21-я глава, 14-й посук. Как ты попал сюда? Значит, сейчас нет, он уже попал, так я тебе отвечу. Нет, он говорит, где это находится? 21.14. Это предыдущая недельная глава. 21.14. Хоть откройте. Хукат 21.14. Народ идет. И.
на Мишемеш, далее в эту, что начинается их ходьба. Вайшуб Нисей Вахру Беовод. Вот, потом я взял 10-й пасук. Меовод нас Вахру Беи Беяварим Бемидбар Ашер Атней Муав Мизар Шемеш перед Муавом, восточнее Муава. Мишам Насу Ваяхану Бенахаль Зарет. Следующий поход река Зарет. У Мишам Насу Ваяхану Меевер Арнон Ашер Бамидбар Ашер Мигвул Хаймори. Кернон был бен Мау, бен Амори, там пока гуло, потому что там где можно было воевать, где нельзя было воевать. Но пасук, то, что Лайко нам сказал, пасук, это не была наша тема, но затронем немножко. 14-й пасук. Алькен е Амар. И так будет сказано, Бесефер Мильхамот Ашем. Какие это Мильхамот Ашем? Что есть наши войны? И войны Израиля, то называется Мильхамот Ашем. Мы воюем сегодня с нами, то тоже называется Мильхамот Ашем. Эт вахев бесуфа, вета нахалим Арнон, что-то Арнон, кто вспоминает это место, вешет нархи ашет наталя шевет, ар венишан, что там происходит, я не буду переводить, но я им скажу. Вегуабер ашер амар ашем на Моше, эсоф это ам, вентна леймаем, это там, где без происхода. Аз яшир, это главное, что в этом сказать, аз, тогда, это что там происходило, что там было, народ проходит, идет, и там, две горы. Так был, я, когда был в Ливане, там тоже были горы, но там что эти бандиты прятались фатурские, у них там были бункеры, там гора где-то идет километр отсюда, отсюда между ними где-то метров 6, 8, 10 между горами, а в горах каждое что-то нельзя, почти нельзя бомбить там. А каждые максимум 10 метров бункер, там оружие, бункер уже оттуда. Потом я пошел второй раз, когда началась война, я был там где-то четвертый-пятый месяц, потом через полгода еще возили оттуда оружие, сколько там было оружия. То в этом месте, в другие месяцы тоже были. Более-менее, может быть, там проходят, все там две горы, уже Муавские, ходят уже близко сюда, к Израилю. Гора отсюда, а должны проходить внизу. Внизу. Okay? И что сделали эморейцы, там еще там ходились? Решили сделать, как называется, капкан такой, как ловят эти. Она туда будет проходить. Западня. Западня, яфе. Мы сбросим сейчас на них камни сверху. Там их добьем. Мы же приготовили все, все. И не так, так были на горах, если никто не видит. Там проходят сейчас. Сделаем, решим еврейский вопрос. Как говорили. Это что там, что происходило? Всевышний сделал что-то. Никто ничего не знал. Что сделал какой-то... До того, когда вошли евреи, сдвинул две горы, там были эти. Сейчас от этих двух гор, там, что находились там тысячи этих амурейцев, что там потом разняли, что попадали, там трупы, потом даже мы не знали. Но колодец мирян поднял эти, потому что много народу подняли эти трупы. И еще написано, сейчас смотрите, пасук 17-й. Аз яшир Исраэль, это шира азот. Теперь видели, что видели? Какое чудо здесь было. Ну хотели так, проходить там. Сейчас что там было, видели эти трупы, тысячи трупов. И вода их поднимает. Али бе эра нула, чтобы это поднялся. Значит, песню прохвалить и восставлять, или чего, колодец, в чем здесь колодец, Всевышнего, делайте такое чудо, что горы сошлись. Кого прославляет тот, кто показал это чудо, колодец это чудо показал. Так там сейчас что хоть, но что здесь можно увеличить это, насчет чудес, значит насчет чудес, смотрите, в Танахе есть много чудес. Нахон? Одно из чудес какое, что Сара родила в 90 лет. Нахон? Написано где? Берешит. Добрый. Сара, и сколько было, Виктор, помнишь? В твое время это было. Да. 90 лет, написано в Танахе. Когда они вышли или что? Нет, когда Сара родила из Исаака. Она родила на 10 лет младше Авраама.
Старшая? Младшая. Аврааму было сколько? 99,9. 99, когда Шире, когда родил, ему было 100, а Сара было 90, на 9, 10 лет меньше. 100 лет. И Тора пишет, чудо, как чудо, да. Когда Сара даже, когда искать сообщили, а я могу, а мой муж может, сколько мужей тоже старый. А Итали Эдна, вот мне сейчас, когда у меня было это, когда я могла рожать, еще была молодая, я не родила, сейчас уже не могу рожать, в принципе, человека не могу рожать. Кончились менструальные кровь, уже не может рожать женщина. Итали Эдна сейчас нету. 6 недель, 6 лет. Там пишет чудо, больше чудо. Во сколько было маме Моше Рабейну, когда она его родила? Моше Рабейну? Его маме, Йохевет. Сколько? Подумай. 17-16. Ну, вообще-то уже обратно, это знаю, 67. 60 с чем-то. Что ты говоришь, Илья? Просто уже, ну, не может быть 16 или 17, потому что уже Арон как бы был. Уже? Арон был. Арон же старше был. Арон старше, было Мирьям старше на 5 лет, а Арон старше на 3 года, скажем, Мирьям на 5 лет старше Моше Рабейну. Давайте посчитаем вместе. Кто хочет записывать, не хочет подумать, это будем считать вместе. Когда родилась Йохевет? Когда заходили. Яхемет. Когда заходили в Египет. Когда сказали, что Египет, Яхот, Симеон, написано, Рахейт родилась, делает подсчет. И 70 душ, считаешь, находишь 69. Нету 70. Говорит нам Раши, там другие пишут комментарии, Йохевет родилась при уходе в Египет. Йохевет. Сколько были в Египте? 210. 210 лет, Яфе. Когда вышли из Египта, сколько было Моше? 80. 80. Яфе, видите, знаете, все можно делать подсчет. 210 минус 80? 130. 130 лет. Ясно, таким подсчетом. Делает, как быстро мы делаем подсчет. 130 лет. Там, так берите сейчас что? Там, где 90 лет, там делает нам во-во-во-во. Почему здесь 130 лет? Тут есть, пишет Ибн Эзра, есть, как называется, чудеса. Что их записано в Танахе, что не написано. Не можно записать, что пророк будет, что то-то будет так и так и так. Скажем, может, не пророк, может, даже не чудно, но то, когда приходит пророк, там говорит Илиша, там будет, когда в голод 3 года уже кушает сапоги, что есть только 200 крысы, все перекушают, все что-то. Завтра будет, скажем, хлеб, читание недавно было от автора, хлеб будет за, сейчас стоит хлеб, скажем, муханка хлеба стоила $1000, завтра будет стоить 10 огурот, не даже не доллар. Пол шекеля. Что, с ума сошли, как сегодня завтра? Как это может быть? Шалиш говорит, как может быть? Пророк говорит, так сказал Всевышний. Сказать, что это было чудом, это было. Потом сказать, что написано было. Арбе Мецураим, 4 урагана болезни, что они там. И чтобы все укрутили, Иерусалим под осадой, 3 года никто не входит, не входит, там кушает все, что можно только. Все даже перекушали, чтобы были запасы. Нету. Эти выходят. Видите, там ни коня, тихо. Ну мы что будем делать? И так умрем здесь. Попробуем, может что-то получится. Вышли за пределы города. Им нельзя выходить, потому что... Не выходить за пределами, это нельзя, потому что они были царат, были проказаны. А проказаны не могут находиться в лагере. Так вот, и находят что? Стоят, никого нет, нету. Там кто-то спит. А, наверное, они притворяются. То уже нету. Тихо. Никто даже... Нет, даже мухи летят, что слышно. Все отдали душу Творцу. Он у них забрал, они ему отдали. Это берут, там видят, брать сначала себе домой, как мне были такие, были все, можно сказать, злодеи, это четверка Гахази и его сыновья, 3. Набрали, потом думают, что нужно все-таки, потом я поймал, что мы это делаем, потом пришли, сообщают, и там приходят, берут, все. И там что было, 185 тысяч армия, все продукты, все сейчас получили, что они были с запасами, наверное, несколько месяцев.
Это все берут, раздают народы, там все, все цены упали, упали полностью, уже нету ничего. Можно сказать, что чудо, можно сказать, не чудо, но что, то, что забрали 185 тысяч душ в одну секунду, может, тоже, кто берет, мы делаем с Всевышним. Если Всевышний сообщает, если не сообщает, говорит нам мудрецы, вся наша жизнь это чудо. Вся наша жизнь это чудо. От воли Творца мы дышим, живем. Творится Хасфуля, кто дает, возвращает душу за ту обратно. Так то, что написано, потому что не пишут, не пишут. Но вся наша жизнь это чудеса. Вся жизнь это чудеса. Так то, что нужно было написать, написали, то нужно не пишут. Что, но, если писали все чудеса, пишет так, так надо нужно писать, не закончишь писать. И сколько актуально, актуально для нас сейчас. Сколько планируют наши враги нас уничтожить? И здесь, внутри, и снаружи, можно сказать, почти весь мир. Безразлично всем, что будет все время. Америка делает свои подсчеты. Ей выгода, так она держит на этом. Когда были, когда было скады падали, хотели, могли им вернуть. Ирак, когда был Ирак, 31-32 года назад. Америка сама молчит, и мы будем воевать, мы молчит. Хотя у него есть за свой интерес, не за наши. Сейчас тоже. Мы могли уже закончить с этим ядерным оружием, что только начали его делать где-то лет 10 тому назад. В этом, как называется? Иран. Иран давно закончит с ними. Нас американцы держат за глотку. Не дают нам. Мы могли... Это все идет, как сказать... не потому, что ты скажешь, что кручивается. Когда сделаешь ежедневную войну, почему? Такая блестящая победа. Нанесли удар до того, когда они начали. Мы упередили их на... день, два, пять, недель, не знаю. Кипуровская война наоборот. Предупреждали нас, что будет. Нам нельзя начинать, потому что Америка нам просили разрешение, дает, Голда говорит, оставляем, то немножко даже получим, потом вернем, мы сильные, сильные, сильные. Мы получили, еще как получили, во-во-во. Победили, Бурхан, было бы чаще, потому что когда уже видно, что уже начали почти капитулировали перед Египтом, начал говорить, тот министр обороны Даян, что сказал, что это, что сказал, давайте лучше капитулируем, что-то выиграем. А если будем бороться, потеряем все. Как он называл? Он называл это Шов Байта Шлиши, третий храм, как будто рухнул. Так говорит Даян. Всевышний вмешался, был нас, чтобы потом повернули все наоборот, на хон. Там что, туда же отходились, как сказал вам Рав Ильяху, танковая битва. Так было, когда Давид против, может даже больше, чем Давид против Голиата, это было, там танковое сражение. Видишь, что нам сказали, что, но это все, не нам показывают, не показывают. Потому что спрашивают сейчас, что там было. Просто написали так, что кто хочет понять, поймет, но видно, что здесь, что под контролем Всевышнего. Вы, смотрите, по 16 оттуда. Колодцу, это колодец, о котором сказал Шермуше, собери народ, и я дам для них воды. Так я и для... Колодец Мирьям, что Мирьям, то вода поднять, что Мирьям сделает, вымерли, что это то чудо, что ее вода, потому что там много воды подняли, и все трупы. Это не связано с ударом, поскольку... Нет, да? Тот колодец, тот, что давал воду, тот сейчас тот же самый колодец, что поил весь народ 40 лет, почти 40. Сейчас он поднимает, делает второе чудо, показывает, что нам все, какое чудо нам сделал Всевышний. Извините, если вопрос неуместный, может, ну в принципе, 3 миллиона человек, колодец, есть какие-нибудь комментарии? Понятно, что Всевышний в материальном мире, я думаю, что я вопрос уступит, я вам отвечаю, до того, как поступим. Да. У Всевышнего нету границ никаких. То, что сказал, будет мир, на самом деле мир. Это напить с одного, так, может, с этого можно напить весь народ, если нужно. Вы хотите логику, нет здесь логики. Нету логики. То есть это вопрос будет... в Талмуде, нигде не обсуждается. Нет, это не нужно, потому что это когда Ханина Бендоса, то, что я наступил на животные, у них не было, он был очень бедный, очень-очень бедный, не было субботних свеч. Зажигать нету. Так он уксус,
Да папа это же уксус. Что он сказал? Кто стал, шемен, как лучше? Что масло, чтобы оно горело, сказать, в общем, тоже будет гореть. Ну, зачем все, чтобы оно горело? Вот закон, что оно будет гореть. Почему оно горит? Так делай все, чтобы оно горело. И захочешь, чтобы вода горела, будет вода, будет тоже гореть. Понятно. Есть вещи, что они находимся бы, даже как эти чудеса, другие чудеса, что любая почти, или даже та же война, что вроде кажется, мы сильнее, мы сделали, мы. Но если нету там помощи, все еще нету, смотрите сейчас. Вот танки убегают от детей. Где здесь логика? Ну, наша думала, потому что там сказал, просто это бесценно, можно. Но можно, что логику я не знаю, там где есть все, там нету логики. Есть логика часто, но не искать логику. Объяснение логику мы не ищем. Как этот, я сказал, что завтра будет буханка хлеба за полшекеля. Ну что он говорит, этот шалиш? Какие глупости, ну какие глупости. Если даже сегодня спустить до сегодня. И то. Значит, логика его что? Что нужно хлеб, нужно его сажать, нужно сеять, то. Если... Как это что может быть? Как Рав Зильбер рассказывал, когда он сидел там перед Пуримом. Ну, как он говорит, что... Может, он завтра умрет. Не, это... Но рассказывает, что... Он не хлево имя называет здесь, он усатый грузин. Ведь есть, но он же владыка мира, ты сравниваешь Ахасвероша с ним. Такой-то умный парень. Ведь я был с этим математик такой, был самый большой в России в те времена. Что он, у него было на этом, у него с ним работал. И такие, как такие глупости можешь говорить, это сравнивать сейчас, те времена с нашими, ну что ему ответить, это он душа и плоть, сегодня здесь, завтра там. Священник сделал так, что кто начинается с Израилем, он потом кончает, там его конец. Он идет империя, расчет. Начал Израиль, маленький Израиль, она там падает, больше уже не империя. Есть такой закон. Так он бы просто пошел тоже, потом закон сказать логику, то сказать логику. Потом, ну Исаак, ну, когда говорит, Исаак, ты там не знал, потом, Исаак, ты что, пророк, откуда ты такие вещи мог знать? То вообще невозможно было думать. Так он, это невозможно было, потому что ты не думаешь, как религиозный еврей, что знает историю по Танаху. Ты знаешь, что били нас, но... Добили, потом начинается это, потом снова выходит. Не может, потому что есть обещание, что народ не будет уничтожен. Даже если там хочет уничтожить Моше Рабейну, я сделан, но он остается. Этот брит, союз сделан. Написано несколько слов, что не нарушится. Так, сод или тайна еврейского народа. Билам хочет тайна, или как сказать, или причина существования, или ну там вот что-то, или что-то скрытое что-то. Можно вопрос? Кен. Написано сын Цепора, как будто Цепора жена Моше Рабейну, или Цепора это он. Цепор это сын ребенок. Балаш, да. Или на русском написано Цепора, а так он Цепор, да? Цепор, да. Это птица, что летает. Позвольте Равляву, кто-то напишите ему, когда он приедет, чтобы знал, как распорядиться это. Бильям хочет на день, когда сейчас, связываем детей ту и ту. Бильям хочет что делать для колеть, проклять народ. Что мы можем знать? Мы бы даже ничего не знали, что он хотел делать. Не написано в недельной главе, нахон? Там пишет пророк, там пишет, дальше будет написано. А мы скоро, что хотел, вспомнишь, что хотел делать Балак, что хотел Билам, что хотел проклять народ. То нет, здесь не написано. Вот здесь будто даже, как будто друг хороший. Друг Всевышнего, что мне скажет, я без него ничего не делаю, потом... Ну это 35-40. Чтобы он хотел проклять народ,
что бы было, мы не знаем, что могло быть. Есть такое написано, что Всевышний сердится. Регабеапо написано. Рега. Что такое рега? Мгновение. Секунда, сотая секунда, десятая секунда, две секунды. Рега – это рега. Есть регабеапо. Есть это, скажем, секунда, что есть гнев Всевышнего проходит каждый день. Регабеапо. Как это понять, тоже не знаю. Объяснить не могу. Я принимаю это как аксиом. Есть вещей, что я не понимаю, например, как аксиом, потому что я знаю, что мои мозги ограничены, понимаете, что не могу, я тоже не могу так понимать. Потому что не знаю. Мы можем мерить материально. Хоро мы не можем, потому что нет у нас этих меров. И потому что он не просто проклинал, он искал такие слабые точки в Израиле, что мог оттуда начинать. Он сказал, не можешь сказать, ну что-то, на что-то зацепиться. Я скажу, объясню обратной стороной. Человек приходит, рав, адмор, большой раввин, благослови меня. Еще больше пример. Санаха. Ицхак хочет благословить Исава, нахон? Mm-hmm. Что он ему говорит? Иди, принеси мне дичь, зарежь что-то за мне. Почему он принеси дичь? Что, ему жена не может сварить пищу? Кто варит дома? Исав варит дома? Ривка варит дома. Исав дает ему мицву, чтобы у него было кибут папы, чтобы мог на него часто эта мицва не могла действовать. Нужно делать что-то важное, что-то хорошее, чтобы это благословение ты получил. Прошлое обращение это может быть получится, но может быть и не получится. Но когда есть за что зацепиться, что тогда оно зацепилось. До этого митцву так делаешь, эту митцву кибут горим, это большая митцва. И так тоже, когда идешь к раву, где получают браху, где что-то говорит, скажет, женщина не может рожать. Субботу соблюдаешь? Нет, ну как-то, сейчас я субботу не могу так. Нет, соблюдаешь, значит, голова накрыта, еще никто так не накрывай голову. И такие вещи дают что-то делать. Человек на себя берет, на этом зацепляется митцва, и потом получается браха. И так тоже наоборот, если нужно что-то хлявдить, хасве холида, проклять, так за что-то нужно зацепиться, это плохое. А что зацепиться, не знаешь? Но Всевышний это время, записано пророк там, как бы не гневался. Что это время, пока были там, это период, что Билам хотел проклять их. И на Боге показал, Всевышний показал ему Биламу маалот, хорошее качество. В чем этот народ выделяется от других народов? Почему они достойны, чтобы были под брахой? Что видел Билам? Давайте, можете открыть, хотите открывайте. Он видел, что как расположен в шатыре. Шанты на хон. Написано Ваира Билам это и на поднял глаза. Ваярет Исраэль шохен лишватав, каждый шевет отдельно, колено отдельно, ветила руах Элоким, включил пророчество. От чего? Вот это все увидел. Ваисам Ишлова Эмар, начался что? Ма тову олеха Яков, Мишкатеха Исраэль. Мы читаем, это читаем каждое утро, когда уходишь в синагогу, и написано, должен читать что? Ма тову олеха Яков, Мишкатеха Исраэль, выходишь в синагогу, что? Мишканы, это синагоги там читаем. Гмара спрашивает, что он видел, так что Талеза сказал, что палатки не, одна к другой не открываются. Почему? Что-то не видно, что там делается у соседа. Моя палатка открывается, скажем, отсюда, значит, следующая будет сзади, это тоже отсюда, но нет друг напротив друга. Нету такого. Каждый, когда строит палатку, чтобы не видел, что делается у соседа. Ну, это видел. Так что он понял отсюда? Ну, понял, что сказал, что Баба Батра пишет Гмара, что не хочешь получить шхину, потому что это, что есть у них скромность. Чтобы не видели наготу друг друга. Значит, видел Билам, одно из таких проявлений больших, или, как сказать, Судьи. Как?
Ихнюю суть он увидел? Суть человечности, это такое, что скромность. Что они достойны, чтобы получить браху. Предоставить браху. Скромность это противоположность чего? Я могу сказать, что бегема. Всякое такое бегема. Животные. У них нет противоположности. Когда он говорит, или духовный, или материальный. Материальный это гашмиют. Или бемиют, можно тоже сказать. То как кричат сейчас, прежде чем в ушах стыду, как эти, что кричат сейчас эти, как они называются, демонстранты, буша, стыд, они должны стыдиться, но кричат другим. Смеют, я скромно тоже показывать на... Понимаете, что такое одинут? Скажите мне перевод, ач и майн. Один это такое нежное что-то, но одинут может быть другое, то, что есть одинут, айн далит. Айн далит, юд, нун, вав, таф, одинут. Айн далит. Деликатес. Что еще есть? Другой тоже? Должно быть еще перевод. Нежность. Нежность. Не нежность. Походит тоже, но эмоции... Изысканность, чувствительность. Да, чувствительность. Но то, что мы сейчас склеим, получается, что это как будто нежность души, скромность такое, это... Ну, про внука говорят. Внук один. Один внук. Не один. 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 Один, Кен. Скажи, что он такой нежный, скромный, что он зем. Кен. Или... Так, есть... Мудрецы говорят так, «Кола митбаеш, ломби мила ухоте». Человек, что у него буша, что такое буша, стыдится, ему стыдно что-то. Видно, Шауль, что у него выходит, скажет, что стыд, митбаеш, что-то, что ему что-то запомнит, он застыдился. Говорит, это хорошее качество, это еврейское качество. Ломби мила ухоте, он не так скоро будет делать нарушения. Но у кого нету стыда, у него нету бошен мим, что говорит, будь уверен, что его там ноги стояли на горе Синай. Кто такой наглец? Не были на горе Синай. Так мы пишем в Масехет Недарим в Гмаре. Буша – это стыд. Знаете, что буша? Стыд. Одно из трех качеств. Яфе мёд. Одно из трех качеств. Яфе. Буша – это стыд, одно из трех качеств. Чего? Покажет на народ Израиля. Написано, «Шлоша симаним еш беумазу». Есть три симаним в этого народа. Рахманим. Байшаним. Яфе, гомель хасидим. Рахманим, то рахманут. Что такое рахманут? Милосердие. Байшанут, скромность. Гомель хасидим, помогать. Это, ведь есть эти качества, значит, видишь, да, может, что видишь, не еврей, значит, у него корни точно еврейские. И наоборот. А цниут, написано цниут, написано рахманут, байшанут, гомлей хасадин. Почему написано цниут? Ну это тева, это час еврейского народа. Байшанут, цниут. Это как бы препятствие перед другими, чтобы этого не делать. Чем цниут отличается от большого? Цниут скромность же тоже. Чем? Цниут это не только скромность нижняя, это скромность внутренняя, а байшанут, когда человек делает, что садится в чего-то делать. Но это не то же самое. Похоже, но это не то же самое. Ауран, можно Кен, вопрос? Кен. Здесь Раши пишут, что Билам ненавидел больше народ, чем Балак. Почему Билам ненавидел еврейский народ больше, чем Балак? Длинная история, но у него есть корни, у него генетика это. Как? Кто такой Билам? Балаку мы с ним никакого не имеем ничего общего, наоборот. Да, Балак просто испугался. Балак он, может, испугался, он это, у нас нету. Но Билам у нас с ним есть, он нам родственник.
Да, я да, что-то припоминаю, что, ну, говорит, что припоминаешь? Что злота, да? Что припоминаешь? Мы уже договорились, что он очень близко был к, по крови. Да? Билам, он потомок, потомок чей? Лавана. Еще, а, еще Лавана? Лавана, кен. А Лаван хотел уничтожить еврейский народ. Вот он родственник. Он родственник, близкий родственник. Билам, он, Билам, Лаван, он брат Ривки, близкий к нам. Он племянник Авраама Вину. Он намаз рис со своих сторон, родственники по папе и по маме, родственник. Но сына у него больше, чем у Исава. Я не знаю, больше или меньше, но где-то на том уровне. Исав тоже родственник, брат. Вот из таких сортов идет это. Но он принадлежит народу, не принадлежит. Так то, что у него было, он передаст потом его потомкам, Биламу. Но Билам хочет все-таки не бесплатно, чтобы получить даже деньги, все деньги хочет получить. Так цниут, это тева, это сущность народа, это его качество такое, что это для него, это с этим больше ружается. Если человек теряет этот сниут, у него появляется такое качество, как животное, что это все разрешено. Собака не ищет с кем быть. Кто попался, когда не захотел, с ним, это то же самое, кот, это любой. Нету, кроме, где в голубей есть пара, где-то там, что обычно нету, каждый с кем попал, так идет. Хотя, если слушаешь, выделяется, может, говорил, слонов есть скромность в полных отношениях. Потому что не только... Не слон, верблюда, слегка я ошибся. Друг на друга даже не смотрят. Кошки мне... Кошки, ой, когда что-то у них начинает... Это начинается... Это борьба под окном. Полчаса, наверное, даже больше. Полночи, может быть. Да, страшно. Но у нас есть кошка, была дрессированная кошка, не знаю, то есть дрессированная русскоязычная женщина, я дрессировала. То я это русская, потом, верните мне, где я сейчас находилась, насчет сниют, напомните мне. Что он сипур. Не раз были, по-моему, в Афуле, там жена Сапура, там ехали туда к родственникам. Возвращаемся, какой-то был праздник, к вечеру домой, что-то перевернулось там. Были шер, как у нее вот эти маленькие на шайш, на по комнате такая. Качают несколько, там, не, это, как она сказала, тарелка, что перевернулась, там несколько схватилось на землю, потом там что-то, окно немножко приоткрытое, там что-то еще было, чувствую, что кто-то здесь ходил. Ищу, вроде бы, где вещи такие, что у них есть цена такая нормальная, там деньги, все было все в порядке. То, ну, кто может войти? Дверь была закрыта. Вот открыть, закрыли, то не знаю. А чуть ли там окна сорогим, железные эти. Решетка. Железные. Не решетка. Решетка, но это. Сорок это такие эти, что... Ставки. Железные, там все, и был вход из, видел из этого, из кухни, и спальня там, спальня одна, не все, одна там, где я сплю. Все. Ну, если кто, ребенок, кто может войти там, такая маленькая головка может быть? Взрослый не войдет туда, скажем, так эти расстояния. Вот ребенок, что ребенок может сделать? Кто-то шум ребенка, что-то сам подняться, не может быть. Но кто-то здесь был, это ясно, у меня как 20-24, никто не понимает. Был потом еще раз что-то там, один раз, какое-то прошло время. У меня это была загадка страшная. И страшная, потому что я не знаю, что там происходит, что-то какие-то сверхъестественные силы здесь делаются. Пока один раз я ночью спью, там просыпаюсь, там пш, кошка летит так, через эту отверстие, что она сделала, и убегает. Я помню, что кошки начали сюда входить. Это окно, это и только остается решетка, это они забегают решетку и ходят и гуляют там.
На прошлой тоже была кошка, что вошла, где она нашла сразу мусорное ведро туда пошла. Там была, потом был бассейн. Так, а что это вспомнил, не для чего ты вам вспомнил? Снию. А, с, кошка есть снию. Но это не другое хотел. Я как-то это не знал. Но кошка написана, если бы не было... Скромность. Если бы не было тора, ведь нужно учиться у животных. То в кошке учиться скромность. Что-то делает, она это закрывает, чтобы это не делать, как собака идет, и пш. Но собака, смотрите, собака, это что-то у нее тоже особенно. Собака, как называется, келев, лев, как сердце твое. Чтобы было в Дженине, там были у нас ранены, 7 или 8 бойцов. Собака была тоже ранена. Собака лежала возле своего хозяина, там раненая, потом делали, это как называется, сити делали. Это собака, смотрите, если собака видит, что... Что бросили хозяина в огонь. Напрыгнет в огонь, она не делает кэшбонь никакой. Ну никакой кэшбонь не делает. Там сгорит, не сгорит, у нее это машет. Лев, как сердце, это сердце. Так можно учить это у каждого. Но потому что я вспомнил, что ты кошки не понял из-за этого, но так есть три симани, но это скромность, это особенное. Если наоборот. И наоборот, кого есть азут по ним, маза азут по ним, наглость. Аз по ним написано легеном. Азут это, аз это может быть храбрый такой. Но это может быть храбрый, как написано, лев это, но лев это гибор кярье. А леопард, это как храб, это азут по ним. Азут это наглость. Хотя написано азут по ним легеном. Значит, если кто-то делал, если человек, что он наглый, значит он делает нарушение. Так не будет наглым. Значит, что-то нарушение его делает этим. Навар. Тоже. Синоним? Можно сказать, что синоним, но можно сказать, что синоним. Но Наваль это не синоним. Я вам скажу пример. Если человек кому-то сделал хорошее, я вам тебе возвращаю, это не помню, где надо делать это. Конечно, он наглый. Он такой слизкий, или как говорят на. Скользкий. Скользкий. Это больше подходит. Больше, это больше подходит. Да, это больше подойдет. Он говорит, не, ну такое, что ты мне уже делал, ты мне что-то сказал. Если бы даже тот там, дал ему, например, кусок хлеба, спас его. Но все равно бы этот хлеб, наверное, не кушал, тогда ему, что я должен ему сказать спасибо. Все равно это выбросил бы этот хлеб, я знаю, что это больше на вас. Что-то не возвращает за хорошим хорошим, за хорошим. Это больше не влюд. Значит, а тут по ним то наглость, оно нарушает границы. И поэтому, когда нету границ, человек идет в геном. Как пишет Рамбан в этой книге, что мы молимся с него, Колпе. Есть здесь Колпе? Колпе. Было много. Лайков. У меня на этом такая маленькая, Колпе такая маленькая, часть это так. У меня вот на столе там. Вот там есть, я думаю. Голос, Колпе, голос. Не, это называется Сидур Колпе. Я понимаю, лишь как Кол? Что все пьет, должны оттуда молиться, может быть. Кол? Все. Все изо рта, все из. Да, это синим тут. Может здесь есть, может нету, может я сидеть.
над ним устала виха, велки тоже есть. С мамни мусала виха, это нужно тот, значит, один урок делать, может, сделаем в следующий раз. Говорит, видно, Рамбан, говорит своему сыну, пишет, дает ему наставление. Слушайте, внимательно, чуть-чуть скажу. Шмабни мусала виха, слушайте наставление папы. Ви альти тош и не оставляй тоже то, что тебе мама, что тебя учит. Все начинает. Кол двореха титнагек тамитле дебер бенахат. Всегда говорить умеренно, спокойно, не возвышать голос спокойно. Бенахат. Кол двореха ле кол адам, любому человеку в любое время. Даже если ты что-то не кинешь в любое время. Убазайте на цель мина каас. Вот это у тебя не будет каас. Что такое каас? Знаете? Гнев. Как? Гнев. Гнев. Нет, почему каас? Коэс. Коэс, когда хочет гневиться, что унивается, то зло. Каас. Это каас, шимида раа, что это плохое качество лахтимля, потому что она подкашивает людей. Может, шамбру, работаем, что будет мудрецы, как нам браха. Кола коэс, кол мне геном шолтим бо. Кто сердится, кола коэс, каждый, кто сердится, кол мне разные, геном есть не только какой-то один. Геном в многих правлениях. Над ним уже властвуют, над этим человеком. Как над ним могут властвовать? Геном там, ты же живешь сейчас. Я думаю, сейчас ты подназнаешь, это у тебя ведет уже в геном. Потому что сердится, начинает делать глупости. Когда человек что-то сердится, он может спокойно думать, я спокойный. Может, я говорю, что спокойный. Успокойся, иди поспать, что делать, когда сейчас не решай никакие вещи, человеку не отвечай, лучше подожди. Когда 7 раз отрежь, отмерь, 1 раз отрежь. Я говорю, если сердитый, успокойся. Как говорят, попей водички, успокойся. Да? Так, а это каз. А тут, когда человек злость, то почти то же самое, это уже почти йодоров геном, поэтому говорят мудрецы, что говорят мудрецы? Азут паним легеном. У него уже, он не ждет какой-то дороги, у него дорога будет проложена в геном. Когда Билам видит сейчас скромность народа Израиля, что здесь эти вход от чуда, не друг напротив друга, что видит наготу один другого, что не слышать, что мне говорят, может слышать то, что ты слышал. Вот даже что-то говорят хорошо, кто-то взял слово не оттуда, не слышал весь разговор. И начинаешь, как часто берут у тебя комментарии. Никогда я даю совет, что кто-то большой, кто-то небольшой. Берут комментарии, эти, как мне называют, что берут комментарии. Ну, что пишут в газетах. Нет, что пишут. Журналисты. Никогда не давай комментарии. Знай, что 100%, потому что напишите, скажем, 2-3 предложения. Предложение сделал половину отсюда, половину оттуда. Пришел другой совершенно, эту сказал. Ну это вот всех я говорю. Ну это твои слова, ты не сам. Мы так поняли, можно. И было так. Рабби Гонец, помните, делали 30 тому назад минимум. Брали мне какой-то комментарий, потому что больше не буду давать комментарии. Такие газеты. Потому что написали, потом говорили, что то 99% было не то, что он хотел сказать. Ну это двое было, потом брали вот тут, взяли одно приложение оттуда, потом подприложение оттуда. Ему за это. Нужно полностью весь это. Так когда он видит, поэтому когда что-то слышишь, я даже часто здесь слышу, потому что же, он это скажет, это слышал своими ушами, потом я спрашиваю, это совсем не то было. Я много раз это здесь видел, да, здесь. Человек что-то сказал, он сказал, бандит, к примеру. Он мне сказал бандит. Рамбан ему сказать бандит, человека он любит, но я тоже слышал много раз, говорит, бандит, я сказал, да с любовью говорит. Он мне назвал бандитом, может, вот подумал, что делать. Бандит, он любит, он не ждет бандита, он не любит. Это я тоже знаю Равдан, к примеру. Есть такие много таких, что ты слышал, по отсюда, отсюда, и потом перекрутил, перевертел, потом есть такие, как ты же не знаешь иврит, а ты мог понять, что он говорит, ты не знаешь иврит. По интонации. И полно, все. Поэтому, да, чтобы не слышать эти, что другого так, но главное, чтобы было цену, чтобы не видели друг друга в этом. Что он решил?
Это их, как сказать, это их наоборот, что дух не против, это их сила, это их качество, это их сгула. В чем они выше других? Вот в этом. Это сгула. Тогда у них появился какая идея? Разврат. Пустить на разврат. Сделать, чтобы ляхти, вот там, слово хет, нарушение. Сделать нарушение. Поэтому решили, что дочери Муава, пусть, чтобы они с ними начали вести разные романы. Где в этом их сила? Значит, здесь нужно то, эту самую такую важную точку их начать здесь их портить. Так, поэтому он начинает отсюда. Чтобы не было, да, чтобы было это, там что-то, кто-то следили, даже смотреть на какую-то, как было, смотрите, те же самые люди, что когда пришли к Он Бен Пелет, помните? Пришли, делали буч, пришли собирать всех, идут, да, наверное, собрали, жена Он Бен Пелет, да, что она сделала? Я все послала мужа спать, надкормила, напоила, вышла за слушанием, что не так? Потому что было скромно, то видеть нельзя. Смотрите, что не будет смотреть, потом начинается с этим бизнес, по-по-по. Там начинается яйцер давит, и он решил, что это так, как говорят мудрецы, «Эйн апотропус ля райот». Что такое «Эйн апотропус ля райот»? Маза райот. Женщина запрещенной связи. Ведь нету здесь, нет у тебя гарант, что не подлетишь. Поэтому есть, когда есть мецва, к примеру, нельзя уединяться с женщинами, так если это ребенок, ему 3-4-5 лет нельзя, потому что, ну что ребенок, видели много случаев. Или кому-то уже 70-80 лет, видели тоже случаи такие. Нельзя уединяться. Нет, человек не знает, где будет, а то каждый по-разному. Ну, тогда начинаешь так, что родыша идут как будто покупать, там что делать с ними торговлю, там засели, потом получается, что когда как раз понимает эту точку, что он ее действительно поймал, Так у нас это было как главная точка, которую наши отцы, над народом, этим получал браху, когда это было эта точка, потому что, как сказал Билям, он точно он схватил, как это Элохейхем соне зима. Ихний Бог не любит разврат. На век ловить на этом. Поэтому какая была браха? Я сказал, шохен ли шватал. Не было уроха кодекс, шохен ли шватал, что это как будто главная точка, чтобы получить браху. Или главное, может быть, сила, что тянет между собой, или привод тянет, дает нам ашгаха. Или она, есть когда такое ашгаха, контроль или помощь Всевышнему, почему? Когда есть там, где есть снуд. Там есть больше брахи, там есть всего. А Сын хотел задеть, что пишет, мы запишем из то, что он благословил, что получилось в конце концов. Хотел проклинать и благословил. Но эти проклятия, ты можешь знать, что он хотел, все наоборот, потому что это скромность, это потом, что где были эти, ему почему так все дело наоборот, так делал ему Всевышний. Он ему сказал, предупредил, я сказал, что такое я тебе скажу. А он говорит, я что мне слышно сказать, это буду делать. А ты хотел так? Так не слышно делать. Так как бывает мудрецы, так как делаешь эту лошади, как называется? Узда. Узда, как, когда тянешь, что делаешь, натягиваешь, он открывает рот. Отпускаешь, он закрывает рот. Так что с ним дело, когда он хотел. Не хотел говорить, он натянул, что ему говорит, сейчас благословляю. Вот хотел, что тогда ему закрывал. Если я так, как ему сказал, знай, только что я тебе слово ты будешь делать. Все равно идет, но это уже другая тема. Рабинский по его этим должен прийти минут 7. Что отдыхайте. Есть шелот. Написано комментарий, что Билам откровенно лжет. То есть на этот посуд получается то, что вы сказали сейчас, да? Что Ашем с ним вообще не разговаривал. А как ты разговаривал сегодня, ему говорит, что и сказал Элохим, Билям, не ходи с ним.
А комментатор говорит, что Ашим с ним вообще не разговаривал. Или имеется в виду, не разговаривал кроме... по этому поводу? Нет, по этому поводу. Не потому что, видно, смотрите, если... Я скажу так, слушайте внимательно минуту, что если человек, что не знает комментарий, просто так читает сам Тору по себе, что у него получается, какая картина насчет Биляма? Садик! Мой, кто у меня самый большой друг? Что мне сказать, то я буду, если мне говорит, я то не буду делать. Смотрит, как того человека мощно как-то, что нам говорит, самый большой враг это был он. Есть вот был и сам вот был бы тоже, как его, Лаван, но Билян, что он хотел делать, весь народ проклять. Лаван тоже хотел делать, то когда народ был как его семья. Тут хотел только час. Потом снова то, что идет, хочет обмануть Всевышнего. Кто к ней пришел? Большие люди. Ко мне пришел король Муава послал ко мне. Я большой человек, ко мне короли посылают посланников. Почему он говорит, что Всевышний не знает, кто к нему пришел? Тихий разговор, узнать, чтобы опомнился, подумай 10 раз. Нет, если что-то делаешь, нет, так он. Он думает, а, если меня спрашивает, что-то говорит, вот он не знает, что. Это я буду сейчас делать, попробовать. Когда потом идет, приходит к этому Муав, Мелех Муав, что он делает? Вот черный Всевышний, я тебе принес жертву. Это жертва. Он думает, что это. Но, если человек читает сам, думает, что большой цадик. Топ.